Если вы думаете, что прийти на выставку интересно только один раз, то мы постараемся вас переубедить. Это культурный понедельник и выставка «Постскриптум Арт Минск 2024». Экспозиция – работы 35 художников-победителей фестиваля искусств. Посетители активно голосовали за понравившиеся работы. И эта выставка «Продолжение» носит название «Постскриптум» не случайно. Это своеобразное послесловие. Привлекла меня одна работа «Бабочка» Анастасии Чадий. Чем-то напоминает произведение Густава Климта. Тоже плавные орнаменты, золотые, желтые цвета, отсылка к Византии, возможно, Египту. Орнамент похож на то, как дети рисуют бабочки, только здесь более профессионально прорисовано. Некоторые работы можно увидеть было и на других выставках. «Автостопом по мимасам» и «Грязная посуда», «Террографика сакрум» и довольно странные мифические скульптуры. Некоторые работы непонятны с первого раза, картины без названия. И кажется, стоишь вблизи, что это? Пятна. Начинаешь присматриваться, отходишь дальше и понимаешь, что это иконы в художественной интерпретации. А вы бы хотели, чтобы ваш портрет изобразил художник? Честно, я бы расстроилась, если бы я пришла на выставку и увидела, что с меня вот художник создавал портрет, причем что из бронзы, и это оказалось бы вот так. С некоторыми экспонатами можно взаимодействовать, приложить свою руку к искусству и, возможно, понять задумку автора. Мне кажется, что в конце тяжелого рабочего дня, недели, мы все выглядим примерно так же, как и Василий. Ну, я, по крайней мере, точно. Вот выгляжу именно вот так. Современное искусство не оставляет меня равнодушной. Не могу сказать, что нравится и понятно абсолютно все, но эмоциональный отклик есть. А значит, что рекомендую к посещению. Постскриптум. Поторопитесь. До 30 июня.